Эпидемиологический опрос – это телефонное интервью, проводимое специалистом с человеком, уже заразившимся коронавирусом или подозреваемым в заражении. Цель эпидемоследования – как можно быстрее установить местонахождение людей, которые могли быть в контакте с зараженным. Во время опроса важно предоставить как можно более точные сведения о тех, кто, возможно, мог заразиться, чтобы с ним могли связаться как можно скорее. Вся личная информация, предоставленная во время опроса, остается конфиденциальной и не передается другим лицам. Рекомендуется подготовиться к опросу и записать встречи, которые состоялись в последние дни. Пришло время освежить память с помощью членов семьи и просмотра вашего мобильного телефона в дневнике, разговорах и фотогалерее. Все данные сообщаем и цепочку прерываем. Вместе мы остановим цепь заражений.